друзья! Приветствую вас на канале Crypto Commons и в сегодняшнем выпуске Ньюсблок Крипто. Министр финансов США Джанет Йеллен говорит, что инфляция в США все еще слишком высока в преддверии публикации данных об индексе потребительских цен. Криптокиты забирают еще 150 миллионов себе на фоне нового предложения от XRPL. Тизер заблокировал адрес валидатора, который развел разводческих ботов MEV на 25 миллионов. Криптобиржа GDAC останавливает депозиты и выводы средств из-за атаки, в результате которой было украдено 13 миллионов долларов. И в завершении выпуска анализ рынка от Кевина Свенсона. Оставайтесь с нами. Министр финансов США Джанет Йеллен во вторник заявила, что инфляция в США остается слишком высокой, хотя за последние два квартала она снизилась. Она сделала этот комментарий в преддверии публикации в среду данных об индексе потребительских цен Бюро трудовой статистики США. Если данные об индексе потребительских цен за март 2023 года укажут на более высокую инфляцию, то есть вероятность, что ФРС США может продолжить повышение ставки на 0,25%. Во время встречи Федерального комитета по открытым рынкам FOMC, между тем, крипторынок отмечает радостное событие, поскольку цена биткоина перешагнула долгожданный рубеж в 30 тысяч долларов. Но, несмотря на смягчение ситуации после нескольких крупных закрытий региональных банков в марте 2023 года, США столкнулась с новой проблемой в виде спекуляций по поводу дедоларизации. Эта тенденция приводит к росту уверенности в потенциале биткоина и крипторынка в целом, в свете попыток перехода на глобальную финансовую систему, основанную не на долларах. Между тем, трейдеры, похоже, считают, что темпы поднятия процентных ставок уже могут достичь пика, и так называемый разворот произойдет в 2023 году, рано или поздно. Согласно данным аналитического инструмента CME FedWatch Tool, на заседании 3 мая 2023 года рынок ожидает повторения повышения ставки на 25 базисных пунктов. Что ж, в этой ситуации банкам не позавидуешь, но, как мы видим, реакция крипторынка пока является достаточно позитивной. Криптокиты, похоже, начали набирать обороты по накоплению нативного токена XRP на фоне объявления XRPL о новом предложении HOOKS. Нативный токен Ripple XRP демонстрирует восходящий тренд, поддерживаемый ожидаемой победой в судебном процессе против комиссии по ценным бумагам и биржам США. Однако, помимо этого, последние разработки, происходящие в XRP Ledger XRPL, также мотивируют криптокитов накапливать все больше токенов XRP. Ripple в твите упомянул новое предложение по XRPL под названием HOOKS. Он заявил, что HOOKS – это предложение, которое добавит смарт-контракты в журнал XRP. Это будет кастомный код для первого уровня, развернутый для того, чтобы влиять на поведение и поток транзакций. Ripple также добавил, что хуки – это небольшие, но эффективные фрагменты кода, определенные в учетной записи XRPL, которые будут выполнять логику до и или после транзакций XRPL. После публикации данных новостей компания Whale Alert сообщила, что более 146 миллионов XRP, приблизительно на сумму 77 миллионов долларов, были добавлены к адресам китов за несколько транзакций за последние 24 часа. При этом самая крупная транзакция, которая была зарегистрирована трекером, связана с добавлением 50 миллионов XRP, приблизительно на сумму 26 миллионов долларов, с криптобиржи Crypto.com, за которой последовала еще большая транзакция на сумму 51,4 миллиона долларов с этой же биржи. Следует отметить, что цена XRP смогла вырасти на более чем 43% за последние 30 дней. Это был второй по величине рост среди всех токенов в топ-10 рейтинга после биткоина. На момент публикации цена токена XRP составляет в среднем 0,522 доллара. С этой позитивной и отличной новостью мы продолжаем ждать развязки судебного дела SEC против XRP. Тизер внес в черный список адрес валидатора, который вытянул из сэндвич-ботов 25 миллионов долларов. Компания Тизер, эмитент ведущего стейблкоина USDT, занес в черный список адрес, который на прошлой неделе вытянул из сэндвич-ботов активов на 25 миллионов долларов. Рассматриваемый адрес использовал ошибку в процессе MEV-ускорителя, используемый сэндвич-ботами, для того, чтобы переиграть их в их же злых намерениях. Так называемый сэндвич возникает, когда один ордер выставляется непосредственно перед сделкой, а другой сразу после нее. По сути, злой трейдер одновременно опережает и отстает от имеющейся исходно незавершенной транзакции. В данном случае нехороший валидатор проникал перед завершающей сделкой сэндвич-бота, в результате чего
Такие действия привели к потерям в различных цифровых активах почти на $25 миллионов, что сделало его крупнейшим эксплойтом MEV на сегодняшний день. На момент занесения в черный список адрес USDT содержал около $3 миллионов США, а также $21 миллионов в различных токенах ERC-20. Внесение в черный список данного плохого валидатора вызвало реакцию со стороны криптосообщества из-за того, что они увидели в данном действии шаг цензуры. Криптоинженер биржи Kraken по имени Артур назвал внесение в черный список чушью, заявив, что боты MEV, то есть сэндвич-боты, также используют трейдеров в своих интересах, а сэндвич-торговля, которую и пытались эти боты сделать, является такой же гнусной, как и утечка их собственных средств. JNT Kanani, соучредитель Polygon, назвал действие Teaser плохим прецедентом, а соучредитель Fastlane Labs Джордан Хаган назвал это наиболее тревожным событием DeFi в 2023 году. Он добавил, что основная проблема заключается в готовности Teaser блокировать или разблокировать большие суммы на основе активности на консенсус-уровне Beacon Chain. Напоминаем, что MEV-боты или сэндвич-боты зарабатывают большие деньги, используя информацию о транзакциях, которые должны быть вот-вот выполнены. Когда сэндвич-бот замечает, что кто-то еще планирует купить монету, он успевает разместить свой ордер перед данной сделкой, чтобы получить выгоду из небольшого повышения цены, которое, вероятно, вызовет его ордер. Опережая сделку другого трейдера, бот пропускает очередь и покупает валюту немного дешевле. Хакеры украли цифровых активов на сумму почти $13 миллионов с южнокорейской криптоплатформы GDAC. Данная биржа является последней жертвой хакеров в настоящий момент. 9 апреля команда биржи уведомила своих пользователей о том, что хакерам удалось воспользоваться уязвимостью горячего кошелька GDAC и вывести значительное количество криптовалюты на неустановленные адреса. В итоге были похищены более 60 биткоинов, 350 эфира, 10 миллионов токена VMEX и 220 тысяч USDT, что составляет примерно 23% от общего объема хранимых активов платформы. Общая стоимость украденных активов составляет почти $13 миллионов. Вскоре после взлома GDAC приняла экстренные меры и заблокировала сеть кошелька, систему вводов и выводов средств на все связанные с ней серверы. В настоящее время GDAC работает совместно с различными организациями над обнаружением преступников и возобновлением всех операций на своей платформе. В официальном заявлении платформы говорится, что «Мы просим вашего понимания, что трудно подтвердить дату возобновления ввода и вывода средств, поскольку в настоящее время ведется расследование». Напомним, что недавно был совершен самый крупный взлом за последнее время финансовой системы Eiler Finance. К счастью для Eiler, похитивший средства хакер одумался через некоторое время и вернул все возвращаемые средства обратно, в результате чего объявленное вознаграждение в $1 миллион за поимку хакера и объявленное Eiler ранее было отменено. И сейчас биткоин выглядит очень конструктивно. При этом у нас полно места для разностороннего движения, чтобы сохранять структуру. И то, как сейчас ложится данная диаграмма на график, говорит нам о том, что у нас есть сверху где-то на уровне 48к или 50к место для вершины, чтобы начать продавать. В зависимости от того, как вы ее расположите. Но почему это важно? Вот в чем. Если взять график биткоина за 2018-й, и построить Фибоначчи от самого верха до самого низа, то целями для этого забега вверх от самого верха до самого низа вот здесь на уровне 6.18, чуть ниже, чем 14 тысяч. Это было целью вот здесь для уровня по сетке Фибоначчи 6.18. И если, подумав об этом, представить, что для нас это означает сейчас для биткоина, когда мы используем Фибоначчи от самого верха цикла, до низа. Давайте его построим до самого низа. Фибоначчи с вершины до низа дает нам очень интересный результат. Посмотрите. Уровень Фибоначчи 6.18 прямо здесь, чуть-чуть выше, чем 48 тысяч. Прямо где уровень, который показывает диаграмма как точку распродажи. Я бы сказал, самая реалистичная точка для продажи будет на уровне 6.18 – $48 500. Это будет сейчас наиболее вероятная зона для продажи. Мы это наблюдали много раз за историю биткоина, достигая зону 6.18, что станет завершением забега. И я знаю, что многие люди говорят о том, что единственное, что я ожидаю, это достижение биткоином 48 тысяч и все. Нет, друзья, все, что я здесь делаю, это использую диаграмму параболического движения, чтобы понять, где тренд закончится.
И параболическая диаграмма подсказывает мне, что мы можем дойти до уровня 48К. Но, по сути, вершина будет только там, где мы завершим параболическое движение. Это может быть раньше, а может быть и позже. Но это действительно для меня самый важный сигнал. Твой друг — это тренд, до тех пор, пока он тренд. Но как только этот тренд кончается, то вот где, на мой взгляд, образуется вершина. Дальше мы будем ждать образования консолидации перед событием халвинга, после чего я буду ждать еще большего роста. Вот так вот все просто. Следите за параболическим трендом, и это же будет для меня сигналом. Что ж, все действительно просто и понятно. Напоминаем, что эта неделя будет крайне важной и интересной как для крипторынка, так и для всех мировых финансов. Мы ожидаем информации ИПЦ, а также решения по поднятию ключевой ставки. Более того, очень скоро должно появиться предварительное решение о судебном разбирательстве SEC против Ripple. Держитесь крепче, отличного трейдинга и до встречи в следующем выпуске.